Поехали. Я люблю детей. Я люблю детей. Догадайтесь, трех раз, кто эти, на первый взгляд, вполне серьезные бородатые парни. И что они делают? Ответ прост. Это будущие вожатые мусульманского лагеря «Муслим», который откроет двери для всех желающих в середине июля. Им предстоит пройти курс молодого бойца, а именно на собственном опыте испытать то, что будут делать их подопечные через каких-нибудь 3-4 недели. Важно, чтобы сами вожатые научились тому, чему они хотят научить детей. Сегодня у нас будет в программе веревочный курс, тренировка по футболу, стрельба из лука и еще несколько творческих дел, которые мы хотим, чтобы наши дети делали в лагере. Нужно отскочить назад. Кинул мячик. Шаг вперед, отдал пас. С футболом будущие вожатые справились на отлично. Стрельба из лука показала, что Робин Гуд не зря стал легендой. Лук и стрелы покоряются не всем и не сразу. Вот так, еще чуть-чуть, левее. Эх, мимо. Ну ничего, главное ведь не победа, а участие. Но самым главным испытанием для вожатых стала, как ни странно, вполне обычная веревочка. Вам весело? А вот будущим вожатым не до смеха. Когда и веревочка была наконец покорена, стало понятно. Намерения у будущих вожатых самые серьезные. Они не отступают и не сдаются. А это значит, что смена в лагере «Муслим» обещает быть интересной. Анна Шестакова специально для Нур-ТВ.